It's a lynch thing. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. Привет. Привет, Юля. И ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня мы хотим показать вам проект, который сделали наши с Юлей покупатели. Да. Дом покупали ребята в 2020 году. Дом продавался за 480 тысяч в тот момент, мы поторговались и купили за 460, 20 тысяч скинули. Кстати, это было как раз время, когда было очень много multiple offer situation, это было просто сумасшествие. Я даже удивлена, что мы тогда выторговали 20 тысяч. Продавцом на тот момент было не частное лицо, это была большая компания, организация Open Door, называется, с ними еще вообще сложнее разговаривать, торговаться, потому что там нет кого-то определенного за этим, но у нас это все получилось. Дом, я вам скажу, был такой Project House, на тот момент это была шикарная цена, 460, но дому требовалось ремонт. Он был в таком состоянии, можно было заехать и жить, там его почистить, помыть, да. Но как бы, чтобы красиво жить и хорошо, требовался ремонт. Ребята сказали, нас это не волнует, нам очень важна сама локация. Они искали именно в этом комьюнити, который называется Waterford Lakes. Юля покажет вам на карте, где это находится. Да. Это находится в Лафайе и до даунтауна Орландо минут 20 езды. То есть очень хорошее расположение, хорошая локация на карте Орландо, везде хорошие доступные развилки дорог, скоростные шоссе, сам комьюнити шикарный, очень хорошие школы. Это почему семья хотела именно вот в этом районе из-за этих школ. Дом, я сказала, что мы купили за 460. Здесь 4 спальни, 2,5 санузла, есть бассейн, еще, кстати, выход к озеру. Ага. Я говорю, это был настолько классный дом, что даже как бы ремонт уже было неважно. Кстати, на тот момент в доме была новая крыша. И это самый такой, знаете, костяк, это стены и крыша. О, то есть то, что не нужно было делать семье с большим таким вложением, это крыши. И это было очень здорово. Поэтому два этих фактора, что, в принципе, сам костяк дома был хороший, кондиционеры были такие, как бы не старые, они, по-моему, 2012-го, что ли, года выпуска, я сейчас не помню, вот инспекции отчет, ну, такие не старые, они хорошие, рабочие, Waterheater, по-моему, 2016 года, сейчас ребята поставили солнечные панели, кстати, на крышу, и платят по этим панелям $150 как кредит. Да. Вот, но за электричество в месяц они платят $35. Все. Это очень классно, это большая экономия. А у них гоняет целыми сутками, гоняет отопление бассейна, обогрев бассейна. Да. Ну, естественно, то, что они сжигают там кондиционер, ну, сжигают уже на собственное проживание. Также ребятам пришлось установить систему irrigation, это называется в переводе. Поливки газона. Ага. Давайте посмотрим. Да, давайте. Мне не терпится интересно показать это все Юле и вам. Будет до и после в конце видео. Смотрите до конца. Вот установили тоже умный такой звонок с камерой. Камера здесь есть. Двойная дверь. Видишь, широкая. О, да, кстати. Да, 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 да. Да. Так, проходите. Так, сразу скажу, у ребят, да, заняло, как бы вы скажете, что ж так долго занял ремонт, да. Глава семьи, он сделал все своими руками. Ребят, это просто, это невероятно. Представляете? И, кстати, я немножко его прорекламирую, они очень классные ребята. У Максима скоро будет лицензия сантехника, кстати. В Орландо это очень, этого очень не хватает, русскоязычного сантехника с лицензией именно. И он
как бы все это время он работал на Plumbing, на другую компанию, да. Но сейчас он получает еще и лицензию. То есть все, что связано с трубами, с сантехникой, это его. Также он сделал, в принципе, все, что вы сейчас увидите, mm-hmm. а потом посмотрите, что было, это он все сделал своими руками. Молодец. Единственное, какой. Что они сказали, они наняли какую-то компанию, чтобы сняли, здесь был попкорн. Ага. Они наняли какую-то компанию, которая возилась там несколько месяцев, и все не могли, и это была пыль вот эта вот, и они, ну, как бы рассчитались с ними за то, что они сделали, и Максим уже сам доделал, снял попкорн, побыстрее. Да, все остальное, и вот, конечно, когда своими руками, еще ты целыми днями на работе, mm-hmm. это все, ремонт происходил там в выходные или вечерами, ну вот давайте посмотрим, значит, да. Давайте начнем, со входа у нас сразу слева гараж. Да, знаете, гараж. Сейчас у ребят здесь, ну, рабочие инструменты. Так, где здесь все, что надо? На две машины гараж? Я не знаю. Нормально, все видно. Гараж на две машины, конечно, здесь вот лестницы, инструменты, велосипеды. Все, что надо. Рабочие инструменты. Здесь очень удобно офис. Так, ой, какой. Ну, ребята из этой комнаты сделали комнату отдыха, но можно, вообще она официально должна быть предназначена для офиса. Офис такой симпатичный, уютный. Вы смотрели, лампа какая красивая. У них очень красивое освещение по всему дому. Mm-hmm. Из офиса вы выходите в санузел. Да. Кстати, у них поставлены, в каждом санузле у них поставлены датчики на свет. Да. Все зажглось само собой. Половинка санузла. Кухня тоже была полностью переделана. Так, кухню меняли, да. Высокий потолок, двойной свет. Да, потолок высокий, створчатый. Вся бытовая техника поменена. Вот такой красивый, очень красивый цвет даже. Да, мне тоже нравится. Очень красивый, и цветовая гамма красивая, и... Вот этим водопадом идет. А, кстати, сделали, да. Как ты называешь? Infinity. Точно, Infinity. Здесь можно вот... Вообще в доме много света, мы не везде открыли пока окна. Да, светлый дом. Посмотрите, какой он светлый. Обеденная зона такая. Смотри, какой прям еще. Завтрачная, да? Ага. Это зона для завтрака. Эркер. Здесь. Классно. А пантри дай покажу. Пантри. Да. Классно, холодильник такой современный. Кстати, я не озвучила, что размер дома 2487 квадратных фит, в переводе 231 квадратный метр. А HOA? Я не спросила, если сейчас поднялся HOA, честно говоря, не спросила. Мы сейчас только что, семья пошла погулять, они постеснялись быть в видео. На тот момент это было $21, по-моему, сейчас... Чуть повыше, может быть, поднялся, по-моему, надо. Я где-то видела, по-моему, $33, что ли. Ну, но здесь есть, кстати, в HOA входит шикарный клабхаус с бассейном, с детскими площадками. Вообще там много, да, много разных аменитис, мы потом проедем, посмотрим, мы вам покажем их. То есть в HOA очень много, ну, всего входит. Так. Здесь обеденная зона. Так. С видом на бассейн. Потолок высокий, мне нравится, да. Здесь можно открыть бассейн, окна. Бассейн потом покажем. Да, бассейн потом, не будем портить. Аппетит. Аппетит. Да, проходим. Так, получается, у них здесь сделали, ребята, на самом деле здесь можно было бы сделать столовую, там можно сделать гостиную, это уже как кому удобно. Ребятам здесь понравилось сделать гостиную. Да. Кстати, знаешь, что я хотела бы сказать? Да. Что в этом доме мне нравится... Вот нет этого лишнего помещения здесь. Да. Как оно здесь называется? Living room. Living room. Living room – это когда вторая гостиная. Mm-hmm. Здесь вы можете сделать гостиную или здесь, или там. Или там. То есть нет того помещения, где надо делать две гостиные. Да-да-да. То есть здесь семья решила поставить обеденный стол, обеденную зону сделать, там гостиную. Да. Можно сделать наоборот. И наоборот, да. А того вот помещения ненужного здесь его нет. Правильно. Проходим по первому этажу. Здесь должна быть мастер, хозяйская спальня. В этом случае этой семьи они захотели здесь сделать офис и
Йога, да? Йога здесь, велосипед. То есть вообще. Они решили здесь не делать себе мастер-бедрум. Угу. Кому нужно, может здесь делать. Ребята решили как, просто сделать свою спальню наверху, рядом со спальней дочки. А здесь у них работа идет с таким красивым видом. Вау, какой офис классный. С видом на бассейн. Да, кстати, да. А там вот, если ты чуть-чуть приподнимешь, там еще и озеро есть. Да, хорошо, потом кстати, можно, посмотрим. Кому вот ребятам просто этого не нужно, можно было бы убрать какую-то часть забора, поставить прозрачный забор. Чугунный, то есть такой решеточку. Решеточку и будет даже видно озеро из окна. Класс, очень красивый вид. Очень-очень красивый вид. Свежевыкрашенное все в серенький. Ух, смотри, смотри, какая ванная. Да. Вау. Посмотри, да, очень классно. Угу. Такая прям современная джакузи, да. Современный здесь душ. Душевая. Да, слушай. Красивое вот. Освещение тоже. Да, отдельно здесь туалет. Да, кстати, можно из бассейна. Выйти, да? Да, можно из бассейна пользоваться туалетом, вот этим, да? Туалетом. Это здорово, не нужно бежать через выход весь дом. Выход на бассейн там. Здесь будет выход на бассейн. Классно. Да. Так. Ой, замуровали. Вот. Ку-ку. Ну это ладно, потом. Напоследок, да. А вот это я знаю, поверхность эпоксидная смола называется. Да. Красиво это. Очень красивый тоже цвет. Да. Так. Вообще цветовая гамма у них все сделано, знаешь, вот прям по-дизайнерски. Так, а там гардеробная? Здесь у нас получается гардеробная. Угу, ну, большая, хорошая, да. Ну, в общем, это должно, по идее, использоваться как мастер. Сейчас здесь так. Тоже у нас дача. Свет включился сам собой. Да, проходи, покажи. Так, стиралка-сушилка. Там гараж, и дальше мы гараж. Его уже показали, да. Выход с другой стороны. Здесь тоже какая-то кладовочка. Ну да, пантри, вроде бы как еще одна. А, ну кладовочка, да. Видимо, много круп у ребят, то и не хватило. Ну пройдем наверх. Да, давайте. Мы этот шкафчик открывали здесь для обуви. Для обуви, очень удобно, да, перед входом. Лестница вся эта была в ковролине, причем таком. Старым, как всегда. Да, все это красиво сделали. Красиво, да? Сделано. Это винил на полу и на первом. Все ребята сделали своими руками. Вот посмотрите, тоже красота какая, уют создает, да? Да. И свет красивый. Кстати, я люстры. Прежде чем мы пойдем дальше, ну-ка. Я хотела сказать, что на сегодняшний день я просмотрела ценность этого дома, валью рыночной. Да. Его можно продать где-то за 630. Купили за 460. Угу. Ребята вложили, сказали, где-то около 50 тысяч на ремонт. Угу. Но, опять-таки, это делали было сделано сами. Своими руками. И вот 630 сегодня можно на сегодняшний день его продать. Нормально. Дом пока не продается. Да. Возможно. Да. Может быть, сдача, может быть, продажа, может быть, скоро, может быть, через год. Но вот на сегодняшний день я уже хотела сказать, насколько выросла валю с 2022 года. Угу. Проходите, ух, здесь ты. Одна из детских спален. Детская, смотрите, гостевая. Какая красивая. Очень уютная, да. Там, значит, гардеробная. Так, дальше. Здесь у нас вторая гостевая спальня. Гостевая спальня. Угу. О, здесь, смотри, зеркала. Здесь зеркала, да, раздвижные и двери. И гардеробная там, гардеробная. Соответственно. Ага. Не будем заглядывать. Да. Свет. Посмотри на эту стену. Да. Все так стильно, со вкусом. И третья спальня. Давай, наверное, пройдем спальню, а потом санузел. Хорошо. Вот эту спальню семья выбрала для родителей. Ага, родительская. Внизу это они же сделали. Кинг. Да? Да. Вот, все поместилось. Кинг помещается. Да, хорошего размера спальня. Хорошего, да. Свет тоже. Там гардеробная. Все очень даже. Все вместилось. И вот эти три спальни делят один санузел. Здесь тоже кладовочка. О, классно. И санузел. Проходи. Угу. Две раковины. Классно. И тут отдельно туалет и ванная.
Вот, и тут окошко есть, классно. Вообще здорово. Угу. Ну что ж, пройдем в зону бассейна. Да, сейчас я еще отсюда загляну. Хорошо. Классно. Я буду ждать. Ага. Вот, посмотрите. Так, вот она красота. Смотри, красота. Тоже да. Очень высокий потолок в зоне отдыха. Угу. Вау. Вообще большой дом. Бассейн, вроде бы, ребята говорили, они сделали бассейн солт-вотер, но они сделали точно новые пампы, оборудование для фильтрации, подогрев сделали. По-моему, даже соленая вода здесь, сейчас я не буду говорить. Что-то они еще сделали с бассейном. Слушай, какой большой. Он огромный, очень да. большой. Мы уж повидали этих бассейнов, но это реально очень большой. Классно. Так, а мы выйдем. Помимо зоны бассейна, у них еще достаточно большой двор, если собачке нужно побегать. Ага. Здесь сделали такой вот за заборчиком. О, барбекю вижу спрятано. Кладовочку для... Ага. Оборудование для бассейна, кондиционер. Угу. Так, огородили, классно. Угу. Так миленько здесь. И посмотри, какая красота. Да, вообще. Вау, озеро. Ух ты, красиво. Вот как у соседей. Вот я не Давайте знаю, покажем. Будет ли видно, видишь, вот там белый виниловый забор, а вид на воду, у них как раз решеточка чугунная. Или вот там видно. Вот будет видно, покажи, вот там тоже виниловый забор. Вот это было бы тоже классно сделать. Да, согласна. В этом варианте. А здесь калиточка есть. Пройти здесь калиточка. Просто, ну, я люблю такие виды. Я бы, наверное, сделала. Классно, да. Мне сделала решетку. Согласна. Полностью. Так, здесь все плиточкой, скрин, большой скрин, смотри, какой высокий. Да, тоже очень, видишь, на два этажа скрин. Повесили лампочки, очень уютно. Да, уютно гамак. Будет вечером. Fire pit зона есть. Маршмелло. Ну что ж, друзья, честно говоря, то, что я видела раньше... Даже в том состоянии, что мы купили, это была очень хорошая цена на тот момент. Юля, ты помнишь, и многие, кстати, кто смотрит нас и покупали в 2022 году, знают ту ситуацию на рынке, когда на каждый дом было по 20-30, там даже доходило до 70 офферов на некоторые дома, особенно на дома в хороших школах, в районах с хорошими школами. Это было, конечно, сумасшедшее время. Я думаю, почему нам повезло, и мы смогли поторговаться. Очень многие... Я не буду себя, конечно, хвалить, но я точно знаю, у меня у самой был страх, потому что с таким, покупать через такие корпорации, и ты не знаешь, как с ними может пойти дальше сделка. Да. Я говорю, что с той стороны как бы не было души, понимаете? Когда вы работаете даже через какого-то агента, ну, агент работает напрямую на продавца, на частное лицо, там уже идет как, какой-то... Человеческий разговор, да. А здесь как будто вот, знаешь... Машина бездушная, с машиной бездушной. Робот. Да, в том-то и дело. И ты не понимаешь, кто тебе там отвечает, с кем ты торгуешься, потому что это реально как бы... Но это большие корпорации, это как Zillow продают свои дома, Open Door, Redfin. Сейчас я уже знаю, как это делается. Вот сейчас бы я уже не боялась, но мне кажется, очень многие... Видели, что это продает корпорация, боялись связываться, может быть, не смогли поторговаться, но у нас это получилось. И даже на тот момент, когда было много-много офферов на дома, у нас получилось его купить. Поэтому я поздравляю своих ребят. Да. Я от души вообще счастлива за эту семью. Я просто в восторге от того, что сам хозяин сделал своими руками. Да, молодец. После того, что как, я знаю, в каком, ну, какой был дом и какой он стал. Это просто вообще, я преклоняю колено, ну, поздравляю.
И вам спасибо большое, что вы с нами. Я надеюсь, вам понравится. Оставляйте свои комментарии, лайки. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока.